Полный курс вакцинации против коронавируса прошли 59% населения Гродно. По официальным данным Министерства здравоохранения, прирост за последние сутки составил 2268 новых случаев. Несмотря на то, что цифры говорят о снижении заболеваемости, специалисты рекомендуют продолжить массовую вакцинацию населения против вируса. А также тем, кто получил прививку полгода назад, рекомендуют прийти на ревакцинацию. По их мнению, сейчас это единственный выход снизить распространение инфекции и уменьшить количество тяжелых форм заболеваний. К слову, в эту волну таких было в разы меньше, отмечают в Минздраве. Полный курс прошли 59,2%. Первым компонентом привито 63,1%. Ревакцинировано 24 472 человека. На базе детских поликлиник организована вакцинация детей и подростков с 12 до 17 лет. Китайская вакцина Верацел, которая колется в два этапа. Привиться можно во всех поликлиниках, а также в крупных торговых центрах. Доступны вакцины российского и китайского производства. Также специалисты напоминают, в условиях эпидемиологической ситуации необходима профилактика в отношении вируса. Средства индивидуальной защиты сейчас необходимы. Использовать их советуют в людных местах и общественном транспорте. Кроме того, необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать антисептик. При первых признаках респираторных заболеваний необходимо обратиться к врачу. К слову, после перенесенной инфекции вакцинация может быть возможной минимум спустя месяц. Перед ней также нужно проконсультироваться с медиками. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями.